Верховный суд России встал на сторону пенсионеров-чиновников Омской области и своим решением вернул отмененные ранее доплаты к пенсии. Напомним, еще в марте этого года депутаты Заксобрания региона после рекомендации прокуратуры приостановили действие ряда положений Кодекса о госдолжностях и госслужбе Омской области, отменив доплаты чиновникам-пенсионерам. Сделано это было в целях экономии. В 2016 году на такие доплаты в казне региона было заложен 161 миллион рублей. Группа экс-чиновников это решение попыталась оспорить в областном суде, а потом и в Верховном, где было принято решение вернуть доплаты. Отметим, согласно региональному кодексу о государственных должностях и государственной гражданской службе, часть бывших чиновников действительно получает большую прибавку к пенсии, но лишь те, кто занимал высокие должности, например, губернатор и спикер Заксобрания. Их доплаты достигают 300 тысяч ежемесячно, однако большинство чиновников-пенсионеров получают гораздо более скромную прибавку. По решению суда выплаты возобновят уже в следующем году. Если один человек подал, если решение Верховным судом принято, это касается всей группы, то есть примерно 1000 человек. У рядовых гражданских служащих, которые там занимали должности от замминистра и кончая младшим специалистом, они колебались от 4 до 14 тысяч. Это вполне оправданная доплата